Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch GT 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить уведомления. Итак, мы открываем приложение Huawei Health, переходим, нажимаем на наши часы. И здесь выбираем уведомления. И здесь мы можем их включить либо выключить. И выбрать, какие приложения будут отправлять уведомления на часы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.